Всем привет, друзья! В последние несколько месяцев взоры обращены на криптовалюту. Различные монеты растут в 10 раз, а биткоин уже полностью перевалил за цену 55 тысяч долларов, обновив свой предыдущий рекорд. Знаете ли вы, что есть такие породы собак, как кангальская овчарка? Эта порода является крупной сторожевой собакой в Сивасе, Турции. Первоначально порода служила жителям Анатолии, где кангал продолжает оставаться популярной породой собак в Турции. Но сегодня мы будем говорить не о биткоинах и не о собаках кангал, а поговорим о мемном токене кангал. Это децентрализованный эксперимент сообщества с 10-летней блокировкой стартового пула со 100% от общего предложения. Сам проект Kangal представляет собой токены ERC-20 и BIP-20, работающие в основной сети Ethereum и Binance Smart Chain. Контракты Kangal доступны для просмотра на EtherScan и BCK-Scan. Если вы переключитесь на EtherScan или BCK-Scan, то увидите, что максимальное общее количество Kangal составляет 100 миллиардов, и все они находятся в обращении. Это может оттолкнуть как инвесторов, так и любителей торговли, но именно поэтому я здесь, чтобы рассказать вам, как на самом деле работает вся экосистема Kangal. По данным Kangal Light Paper, 100% начальной ликвидности Kangal заблокировано на 10 лет с помощью Unicrypt. Kangal не имеет каких-либо распределений для команды, доступно 100% от общего предложения. В контракте нет функции Mint, все токены Kangal были куплены реальными людьми на Uniswap, в том числе и командой. По состоянию на 27 февраля 88% всех токенов принадлежит держателям и 12% пулам с общим количеством транзакций более 1400 уникальных держателей. Kangal уже доступен на CoinMarketCap, CoinGecko и BlockFilo. Его цену вы можете наблюдать на экране, а 12 марта она увеличилась на 80%. Вы можете купить токен на PancakeSwap и Uniswap. Прямо сейчас проект разрабатывает страницу для предложений и голосований. Преимущество этой платформы в том, что пользователи не платят никаких комиссий за транзакции. Владельцы Kangal смогут создавать предложения и голосовать за них. Цена Kangal будет отображать ценность всей экосистемы Kangal, а цена HIP будет определяться процентной ставкой возврата для ставок, сжигания и комиссий, которые будут зависеть от объема транзакций по использованию экосистемы. Название токена тоже будет определяться сообществом. HIP – это просто кодовое слово, которое вы можете рассматривать как заполнитель, пока сообщество не проголосует и не выберет имя из вариантов. Также рост сообщества, завершение процесса SFD, заполнение требуемых достижений в сообществе проводится демократическим путем и по заслугам. Рассмотрим перспективу проекта на примере сравнения Kangal с монетой HODJ. Так как можно увидеть 10-кратный рост монеты HODJ, токен не падает в цене, а это значит, что Kangal также будет продолжать расти, потому что все токены покупаются на рынке. А еще будет блокировка токенов на 10 лет по сравнению с другими проектами, и это дает большой толчок к росту. На этом у меня все, друзья. Если вы заинтересовались этим проектом после моего обзора и хотите подробнее изучить этот проект, то специально для вас, мои любознательные друзья, все ссылки я оставлю в описании под этим видео. Также оставляйте свое мнение по этому проекту в комментариях. Мне будет очень интересно, что вы думаете по этому поводу. Я с удовольствием прочту все ваши мнения и буду рада любому общению. Также подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех событий и самых свежих новостей криптомира. Увидимся в следующем обзоре. Пока-пока!